Привет всем! Сегодня на канале очень дешевое внешнее универсальное зарядное устройство, а точнее корпус универсального зарядного устройства Powerbank. Почему только корпус? Да потому что эти милые в скобках китайцы имеют привычку обманывать о настоящем объеме аккумуляторов. Аккумы, вставленные в универсальное зарядное устройство, корпус которого не разбирается, могут быть намного меньше заявленного объема, да и сами акки некачественными. Зато если вы заказали даже самый дешевый корпус с платой, то вы сможете поставить туда аккумулятор с проверенным объемом. Вот, например, самый оптимальный аккумулятор для Powerbank Panasonic NCR18650B на 3400 махов. Вот такой вот аккум. Про него уже было видео на одном из моих каналов, поэтому запомните и заказывайте для внешних зарядных устройств только его. Впрочем, ссылку оставлю в описании к видео. Открываем и смотрим. Вот, они разных цветов. Белый, черный, с белой крышечкой, зеленый и синий. Ну, давайте откроем, допустим, зелененький. Вот вы купили вот такой вот корпус. Вы можете одеть его на ключи, прицепить куда-нибудь на сумку или даже вставить в модный сейчас рюкзак Бобби с защитой от карманников. Вот такой Powerbank. Берем аккум и вставляем его в Powerbank, в корпус Powerbank. Да, кстати, хотел сказать, что аккум должен быть незащищенный, так как вот эта плата, она сама защищает данный аккумулятор. Вставляете, закрываете крышечку, и у вас нормальный Powerbank. Внешнее универсальное зарядное устройство на 3400 тысяч миллиампер час. Так что заказывайте аккумулятор. На этом все. Спасибо, пока-пока. Подписывайтесь на мои каналы, ставьте лайки. До новых встреч.